Сегодня у нас 22 сентября 2021 год. Это вот в доме. Тут у нас плакаты божественные. Мы только что пообедали с Инной Тихоновичем. Тут арбуз вот такой у нас был пополам. Разделенный я свою съел еще. На завтрак он до обед сейчас доел. Вот у нас тут арбузики. Вчера собрал остатки уже. Что было на огороде. Ну что, обещают уже минус один. Они замерзнут. Вот. Сейчас уже 25-2. Вот дальше еще посмотрим, что у нас есть. Вот. У нас есть кошки. Синеглазка. Синька сокращенно. Белый. Да. Да. Это наши помидоры. Замерзся, как я сегодня. Еще не знаю как. Надел уже эти сапоги, видишь, какие ретроды. Это у Нади двух умер отец. Я их послал сюда, а никому не пришли. Я там замерил, они на размер меньше. А теперь надел их. Сегодня, видишь, надел даже какой, чтобы не раздевать костюм. Обычно до рубашки. Да это еще все плюсовая температура-то. Тут поневоле позавидуешь вот этой лепешке, сейчас гляну. Ей там тепло, хорошо. Лепешка-то это. Сейчас там в интернете выставили. Попал поток. Прятались ребятишки, как я так понял. 10 тысяч вольт. Вот эта рука полностью сгорела, нога правая. Полностью. И рука только одна, кость, не кожа натянута, ничего нету. Страшно смотреть. А вот у нас все есть. Как надо Бога-то благодарить? Ой-ой-ой. А тут тоже у нас помидорки. Вот они лежат. И зелененькие, и красненькие. Там мы весь урожай собрали с теплиц, с улицы. Чтоб не померзло ничего. То бывало прихватывало. Вовремя никогда не соберешь. Тут дальше еще. Что у нас еще есть? Какой урожай еще собирали в этом году. Это вот тыкву собрали тут. Вот это третья часть того, что я собрал. Вот. Те две трети я отдал там братьям, нуждающимся в этом. Это у нас тут. Семенная картошка стоит. Еще отвезу в погреб ее. Это лук. Вот. Лук такой небольшой. Плохо поливали. Плюс сорняка не было еще. Может, удобрять надо еще почву сам тоже. Чтобы лук лучше вырос. Что у нас еще есть? Ну, что ты стоишь? Под ногами тут, а? Под ногами-то. Я хорошо этих набрал, посмотри. А эти арбузы-то видел? Да. Тыква где? Это вот фасолька. Тоже собрал. Ой, на шелушевую мощную. А тут еще свежие огурцы вчера набрали. Смотри еще. Да, надо огурцы. Посмотреть. Да. Видно, нет. Видно, вон видно. Да. В городе-то ничего нету. Лук. Так Володя все садили. Арбузы ем, я каждый день вспоминаю Пахмутова Юрия, Георгия. Он же тут помогал садить и нету. Никогда таких арбузов не было. Сладкие-сладкие. Вот половинка его лежит. Глянь какая. Да. И там покажи, которую я ел с той стороны выставлена. О! Это она, все это, видно, что скотинки большой. Отдадим, Андрей Устинов, для скотины. Куда идти работать сегодня? Никуда, только греться у печки. Так еще плюс на улице-то. Я не знаю, что я так сегодня мерзну. Прямо окончательно замерз. Так я тоже от печки отойду, сразу спина замерзает. Тоже. Ну, это какое-то знамение, что придет холод сегодня-завтра. А это ты топишь мусором?
Ну да, то, что набрали мы щепки. Вот оттуда, которое было там. С Симаковского. На Симаковском отдельно. Да. И вот теперь сюда все. Сейчас надо с кем-то договориться, чтобы разровнять то, что было, эти рытвины. Если делать нечего, мы не будем никого ждать. Они нет, нет, не нет. Дадут людей. У меня работы много. А я тебя не трогаю. Так, там я-то припрягай на эту работу, где еще можно? Мне надо косить, вы не подходите. Кошки-то и тоже сидят замерзли. Ну ладно, слава богу, за все. Аллилуйя.